Всем привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. И у нас продолжается жизнь наших маленьких хомячат. Один из них уже уехал к новому хозяину. Новые питомцы скоро отправятся к другим своим хозяевам. У нас еще есть в продаже маленькие хомячата, так что заходите в нашу группу ВКонтакте, там вы можете заказать у нас хомячонка, и мы обсудим, как его можно к вам доставить. Сразу скажу, в другие страны, кроме России, мы доставку не делаем. И если будет трудно, доступно отправлять хомячонка куда-нибудь в какое-то село, то, естественно, мы этого тоже сделать не можем. Единственный вариант — это только если вы заберете сами. И у меня возникло такое желание. Мы очень давно занимаемся хомяками, мы практически разговариваем с ними на одном языке, но вот как-то я никогда не думала о том, чтобы поговорить с хомяками на языке хомячином. Я знаю, что существуют собачьи переводчики, то, что существуют кошачьи переводчики, но мне очень хотелось поговорить с хомяками именно на их языке. И смотрите, что у нас сейчас происходит. Хомячата все тихо-тихо спят. Ну, не бывает такого, чтобы они вообще все спали, потому что некоторые спят, некоторые валяются вверх лапами, потому что жарко у нас, да. И они отдыхают. Кроме того, день. А день – это время, когда хомяк спит. Да, хомяки такие странные животные, не хотят они днем играться особо. Но они играют только, когда они маленькие, дома днем. А потом, когда они вырастают, очень странные животные, спят они все время днем, а ночью выходят играть, когда мы хотим спать, правда? Ну что ж, смотрите, сейчас хомячата спят. Самый простой язык, на котором я умею разговаривать с хомяками, я вам покажу чуть попозже. А теперь давайте сделаем вот что. Я сейчас вот этим хомячатам, которые каждый занят своим делом, они не слышат мой голос, потому что я сижу далеко от них, а на мой голос они тоже реагируют. Я им включу звуки хомяка и посмотрим, как эти хомячата смогут отреагировать на эти звуки. Они еще малыши и знают только звук своей мамы или своих собратиков. Ну, вы прекрасно понимаете, что хомяки-то в основном звуков никаких не производят. Они вообще очень тихие животные. Максимум, что они могут, это громко грызть клетку, бегать в скрипучем колесе, если у вас таковое имеется. Наши колеса, например, они бесшумные, они на подшипниках. И что они еще могут делать? Не знаю, царапать что-то в домике, скрестись или рыть себе ямку. А больше-то, собственно, никаких звуков эти хомяки не производят, если только вы своего хомяка не напугали и не разозлили. И сейчас я включу звук хомяка, который пищит. Этого хомяка явно кто-то обидел, и посмотрю, как малыши все на этот звук прореагируют. Смотрите, вот те двое, которые не спали, они напряглись и смотрят в мою сторону, потому что звук у меня идет с телефона. И я им включила этот звук, а я сейчас включу еще разочек, что же они будут делать дальше. По-моему, им вообще глубоко все равно. Вот этот как дрых, так и продолжает дрыхнуть. Этот тоже в углу лежит, спит. Те двое поняли, что звук этот будет продолжаться, ну и как-то их он не особо напрягает. Ну окей, а теперь давайте другой звук хомяка. Это звук хомяка, когда к нему вторглись в домик. Так орет наша Кнопа. Видео наше можно пересматривать бесконечно. Кнопу потому так и назвали, потому что она как дверной звонок орет так, что как будто позвонили в дверь, и это невыносимо. По-моему, вот этот звук их тоже мало интересует. Единственное, что кто-то из них во сне начал стонать. Хм. Получается, им все равно, что говорят другие хомяки. Хорошо, допустим, эти хомяки уже подросли, и скоро они смогут уже буквально там через пару недель обращать внимание на своих соседей. То есть мальчики будут ухаживать за девочками, девочки активно пытаться влюбить в себя мальчиков, и будет такой призывный звук. О, это звук хомяка. Кто из нас тут стонет? Во сне. Да? Когда я говорю, он стонет. Я ему мешаю спать. Ну окей. Есть у меня еще звук хомяка дикого, который зовет свою самочку. Как на этот звук дикого большого хомяка отреагируют наши хомячата? А-а-а.
похоже на скрипучую дверь какую-то. Двое проснулись, но я не пойму причину, от звука или просто так. Даже зевнул один. По-моему, им вообще глубоко все равно. Но все эти кряканье, пиканье. Один вон решил вообще даже в туалет сходить. Короче, с хомяками разговаривать на хомячьем языке, в общем-то, не очень-то получается. Зато они знают человеческий язык. Так, а ну, братва. Вот, знаменитый человеческий язык. Что сейчас будет? Кто знает? Ну же! Что это у нас такое? Человек пришел. Человек пришел к вам рядом. Что будет, если человек пришел? Кто знает вот этот звук? Все хомяки знают этот звук. Ну же, братва! Ваш самый любимый звук. Звук насыпающегося зерна. Те, кто не крепко спит и кто услышал, те моментально сбежались на этот звук. Самый лучший хомячиный переводчик – это звук зерна, потому что на этот звук хомяки сбегутся обязательно. Кроме тех сонь, которые обычно проспали обед. Кто проспал обед? Еще для хомяков важнее не звук, а для хомяков важнее запах. Вставай, мой друг, вставай, ты обед проспишь. Давай я тебе пузико почешу. Вставай скорей. Вставай, смотри, чем мои руки пахнут. Зерном они пахнут. Ну-ка, вставай скорее. Для хомяков не важен звук, для хомяков важен запах. На что они отреагировали? Те, которые хорошо и быстренько услышали запах, они побежали скорее кушать. Так, а что, если я вам добавлю вот такого запаха? Вам должно понравиться. Это обычный листовой салат. У меня, похоже, Вася пришел, тоже салатика хочет. Это тот язык, который хомяки понимают прекрасно. Но на этом наш эксперимент не заканчивается. Я хочу провести эксперимент с моим котом. Как он будет реагировать на кошачий язык? Вася у нас знает легкий, простой кошачий язык. Вернее, человеческий. Переводить ничего не надо. Вася, хочешь каши? Вась, каши хочешь? Вась, пойдем? Я не в том месте стою. Выхожу из комнаты. В общем-то, кот смылся. Короче, Алиса приучила нашего кота реагировать на звук хлопка. Это у нас разговорный язык такой. Вася, иди сюда. Заходи, садись, пожалуйста, на когтеточку. Вася, садись. Отлично, получилось. Но в руках у меня ничего не было. Вася расстроен. Хорошо, молодец, хороший котик. Вась, держи на тебе за это вкусняшку. Это, в принципе, немного чему мы смогли с Васенькой научиться. То есть, если мне его нужно позвать покушать, я ему хлопаю. Но это научила его Алиса. За ушком зачесалась. О, ты мой хороший, я тебя тоже почешу. И я теперь хочу узнать, как кот будет реагировать на кошачий язык. Других кошек в нашем доме не было никогда. А у нас тут братва дерется за салат. Вдвоем один листик решили съесть. Так, у меня есть стандартные какие-то кошачьи фразы. Вот они у меня в телефоне. Написано, что это переводчик на кошачий язык. Есть фраза «Привет». Вась, посмотри на меня. Василий. Васька. Вась, привет. Так, судя по ушам, он явно понимает этот звук. Хорошо, давайте у кота спросим, как дела. Я очень сомневаюсь, что он мне ответит. Но я надеюсь, что он меня понял. Хорошо, давайте попробуем ему сказать, что он хорошая кошка. Одно ухо повернулось, второе ухо повернулось. Угу. А если эта кошка плохая? По-моему, он начал кого-то искать. Думаю, что где-то рядом находится какая-то другая кошка. Окей, у меня есть фраза выученная, как вы знаете. Хлопок руками на «иди сюда». Давайте попробуем «иди сюда» сказать на кошачьем языке. Я отойду подальше, кот на меня смотрит. И я включаю фразу «иди сюда».
Что-то, по-моему, хлопок у нас лучше срабатывает, чем кошачий язык. Давай еще раз попробуем. Давайте по-человечески. Вася, иди сюда. Вася, иди сюда. Не хочешь? Хорошо, давай по-другому. Вася, пойдем. Знаете, я поняла, что слово «пойдем» намного лучше, чем кошачий переводчик. Так, кот вернулся. Кошки не любят закрытых дверей. Хочу еще попробовать через кошачий переводчик ему сказать. Вася, сядь на когтеточку, хочу сказать. Смотрите, тут кошки разные, у нас рыжий кот. Так, нажмите и удерживайте запись. Вася, сядь на когтеточку. Я записала, теперь мне нужно, чтобы он сделал. То есть тут сейчас будет перевод. Он на когтеточку посмотрел. Что, это работает? Я не знаю. Давайте еще раз. Вася, сядь на когтеточку. Что-то, по-моему, не работает. Попробуем моим типичным методом, которым я действую обычно. Вася, хочешь вкусняшку? Иди сюда. Садись туда. Молодец. Нам не нужен переводчик. Молодец, хороший кот. Ну что, вот так мы сегодня поговорили с котом. Оказывается, человеческий язык кошки понимают намного лучше, чем кошачий переводчик. Ну, это мне так кажется. Или, может быть, все-таки кот в определенный момент как-то отреагировал. Не знаю. А вот с хомяками, по-моему, на человеческий язык и на звук зерна они тоже реагируют намного лучше, чем на других хомяков. Вот такой у меня сегодня был эксперимент. Если вам понравилось, поставьте лайк мне. И еще хочу сделать очень интересное видео. Pop-It против хомяков. Для этого вы нашим питомцам даете задание, пишите их сейчас в комментариях под видео, а мы при помощи Pop-It'а будем эти задания выполнять. Я надеюсь, что именно ваш комментарий попадет в видео. Я буду читать комментатора, который написал и дал задание, поэтому вместе со своим заданием пишите, как вас зовут и сколько вам лет. А это я сделаю в ближайших видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. Поставьте лайк мне и хомячатам, а также нашему любимому коту Василию. Его вы можете очень часто наблюдать на канале Изи Роза. Не забудьте сейчас прямо перейти туда, потому что там будет очень клевый день. Вы когда-нибудь могли налажать 3 раза за один день? А мы смогли. Вот так, всей семьей. Поэтому жду вас на канале Изи Роза. Там будет очень интересное видео.